Премьер-министр Олжас Бектенов поручил до конца недели завершить оценку ущерба от паводков. По его словам, эту работу необходимо провести не только оперативно, но и адресно. Как сообщил вице-премьер Канат Бузумбаев, единовременную выплату в размере 100 МРП получили свыше 30 тысяч семей. Обследовано порядка 15 тысяч домов и дачных строений. Больше половины признаны подлежащими восстановлению. Поручаю акиматам совместно с Министерством промышленности до конца текущей недели завершить оценку ущерба, нанесенного жилым домам и имуществу граждан. Необходимо адресно и с пониманием относиться к ситуации, в которую попали наши граждане. Работу надо провести максимально оперативно. Канат Алдабергенович, держите нас в строгом контроле.